Активисты «Молодой гвардии Единой России» проверяют наличие средств индивидуальной защиты, масок и антисептиков в аптеках городского округа. Как рассказал председатель местного отделения «Молодой гвардии» Михаил Серегин, волонтеры проверили уже 11 аптек города Одинцова. В 9 из них недочетов выявлено не было. В одной из аптек фармацевты были без масок, а в другой нам отказались предоставлять информацию. Результаты рейдов направляются в муниципалитет.